прошлый раз я почувствовала свою беременность. Состояние счастья переполняло меня. Еще не сделан тест. Никаких признаков, ни грудь не набухает, ни по утрам не подташнивает, да и до задержки несколько дней. Но возникает ощущение полноты жизни. Вот и сейчас я как на крыльях летаю. Чудо! И неприятности на работе кажутся такой мелочью. Солнышко зажглось внутри. Большинство женщин ощущает зачатие раньше, чем это можно подтвердить тестом и чем наступает задержка месячных. Большая часть женщин говорит это открытым текстом. Она говорит: «Я чувствовала, что я беременна». Многие женщины видят замечательные сны. Классическим считается сон, что она держит вот так вот перед собой в руках рыбу. А мне недавно арбуз приснился. Ну, не рыба, конечно, но все равно воды много и мокро. Говорят, после зачатия сон у многих женщин становится беспокойным. Они видят яркие образы – дети, весна, зарождающаяся жизнь. Первый триместр проходит вне зависимости от нашего участия по четко заданной генетической программе, которая определяется нашим геномом. И те процессы, которые идут внутри нашего тела, таковы, что они не требуют никаких активных действий. Обрадоваться, успокоиться, посмотреть на то, как я живу, посмотреть, в каком состоянии мой организм, какие дела стоит уладить в первую половину беременности, чтобы во второй половине беременности в большей степени посвятить себя взаимодействию с ребенком. Довольно часто возникают недомогания, связанные со снижением иммунитета. В этом случае главное не залечить себя. Многие лекарства противопоказаны при беременности. Универсальным явлением во время беременности является небольшое понижение артериального давления. Избегайте приема горячих ванн, длительного стояния на ногах, продолжительного пребывания в душном жарком помещении.